Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня на ужин я приготовлю для нас с Танюшенькой вот такие хорошие, красивые, свежие креветки. Пахнут морем. Готовится очень быстро и легко. Это один из моих самых простых и любимых рецептов. Сначала мне понадобится вот эта штучка. Это мое красное сухое вино. Очень вкусное и ароматное. Танюшенька, попробуй. Друзья, как сделать вкусное вино из винограда Изабелла, ссылочка вот здесь сверху. Креветки практически уже обсохли. Из пряностей я буду использовать только белый перчик и чесночок. Чесночок я порежу вот так вдоль несколько зубчиков. Жарить креветок я буду на хорошем оливковом масле. Пока сковородки прогреваются, я разотру немного белого перчика. Надо было со мной хоть что-то. Хочу. Ну, за креветочку. Зубчики чеснока. Креветок я буду жарить буквально по полминутки, только они изменили цвет, и они уже готовы.
только масло начинает пениться, это значит, что уже сок из креветок выходит, и это уже очень срочно нужно их снимать со сковороды. Блюдо готово. Совсем чуть-чуть хорошей морской соли и молотый белый перчик. Соли нужно совсем чуть-чуть, потому что это морепродукт, и он уже имеет свой богатый вкус и необходимую соль. Все. Ох, какой аромат. Класс. Это совершенно другая креветка, чем та, которую мы обычно привыкли покупать готовую и вареную. Вкус совершенно другой. Объедение. Здесь даже самое интересное, что вот эта голова, в ней все можно брать и высасывать, оно очень вкусное. А вот вареной креветки вы так не сделаете. И самое вкусное на десерт – это креветочная шейка или хвостик. Вот он. Посмотрите, креветка буквально за полминуты приобрела тот необходимый цвет, который нам так нравится. Текстура у нее идеальная, сочная, готовая. Вот это супер. Именно благодаря тому, что креветки жарятся в оливковом масле и с чесночком, вкус получается просто супер бомбейский. Хорошо. Хорошо сюда подойдет и сухое белое вино, и сухое красное вино, и водочка, и хороший домашний дистиллят. Любой напиток, который приготовлен вами, своими руками, с любовью, будет сюда очень кстати. И, конечно же, хорошие, вкусные, свежие креветки. Друзья, ставьте вот такие огромные лайки, обязательно ставьте, потому что это шедевр. И если бы вы попробовали, вы сказали бы, мы вкуснее ничего не кушали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и помните, кухня – это самое спокойное место. Класс!